12 мая, и мы вышли на финишную прямую. Нам осталось 20 километров идти. И мы тут остановились выпить кофе. И уже много людей. Мы уже начали с Пегейра де Фош встречать группу людей. И я сейчас хочу сказать, что как бы очень мало я встречала людей, как Камино де Сантьяго, потому что только мы с другом идем вот вдвоем, с рюкзаками, со всем вместе. Остальные, те, кого мы встречали, вот они прям группами. Вот сейчас здесь стоят, у них Мальта написано. Я так понимаю, что они с Мальты вот с этого ордена. Тоже человек 10, наверное. И там 5-10, и за ними едет машина, они везут рюкзаки, воду и так далее. То есть они идут просто налегке, без ничего. И только вот мы вдвоем идем как пилигримы, не знаю. Так, ну десерты. За вчера и вчера не делала вообще ни видео, ни фотографии до сих пор. Потому что это вообще невозможно. Вот вчера еще как-то там я уже плохо себя чувствовала, но вчера это было просто, знаете, мне казалось, ноги отекли. Куча мозолей, которые попрокалывала и которые болят. Ну, в общем. Это проблема, это такая проблема, почему-то для меня в этот раз оказалась, не знаю. В Сантьяго тоже так же проблема была, но мне кажется, чуть было легче. Итак, мы на финишной прямой, 20 километров, ну, будем как-то идти. Будем как-то идти. Дождь, сегодня опять был с утра дождь, мы чуть-чуть промокли, но не сильно. И ветер вот загоняет эти облака дождевые туда-сюда, то есть, ну, я думаю, что мы хотя бы надеемся без дождя, потому что вчера промокли целый день, позавчера тоже чуть-чуть. Итак, мы пошли. Вместе с полей. 10 километров нам осталось, последнее. Мне тут, конечно, уже есть разметка. Не, ну, сегодня уже на последних 27 километрах. Есть разметка, потому что мы уже вышли на дорогу. И сейчас уже тут много достаточно помощи пилигримам. Машины. Я так понимаю, что это уже такие вот просто курсируют. В одном пункте мы останавливались, что это вроде бы как церковь какая-то или что-то такое. Потому что нам дали воду даже бесплатно. В туалет я там сходила. Можно было посидеть. А, даже мне предлагали массажик сделать, потому что я сегодня еле иду. Но я, конечно, отказалась от массажика. Думаю, зачем люди будут это делать на дороге. А вот. А сейчас, кстати, тоже стоит машина. Просто машина. Это просто понимаю, что люди сами просто. Без надписи, без ничего. И мы идем, и они подходят к нам. Бутылку воды нам дали. 1,5-литровую. И... Яблоко и два грушины. Я говорю, спасибо большое. То есть, и там дальше вот они нам дали. Ну, в общем, они стояли. Вот что у них было там. То есть, они, наверное, купили какое-то количество. Для того, чтобы раздать людям. Итак, мы на финишной прямой. 10 километров. Так. Так, ну еще одно включение с пути. У нас остается 6 километров. И вы видите, нам не жилет, мы не купили такие. Но сейчас вот мы уже идем, и тут полиция уже так курсирует. И они остановились вот для нас. Достал два жилета и дал нам. Мол, уже много просто машин, уже мы приезжали в близком городу. Мол, чтобы не было у вас проблем. И вот такие вот, ну, то есть я хочу сказать, что, конечно, здесь чуть-чуть все по-другому. Какая-то я не знаю, но это просто потому, что уже тут 6 километров осталось, потому что там дальше никакой информации не было. А сейчас уже, конечно, тут вот и помощь какую-то оказывают, есть эти организации и так далее. И вот полиция тут просто взяли, нам дали жилеты. Такие, я уже не стала снимать рюкзак, мы их так накупили сверху. Вот такие дела.
Мы на, совсем на финишной прямой сейчас. Я справилась с поставленной задачей. А в неделе приехал как раз мы. Мы пришли и где-то через полчаса уже его вертолет приземлился. Он ехал как раз, я же снимала видео, конечно, насколько было видно, насколько было людей, конечно, миллионы, наверное. Насколько мы смогли увидеть, насколько я все снимала. Мы присутствовали на этом месте, папа там читал молитву, какую-то читал эту проповедь, что там Розария на молитве. Потом он уехал, и мы ушли с этой площади. Я еще не пришла на коленях, но я попробую пройти, потому что там людей было, но все знали такая уже. Сейчас в ресторане, здесь чуть-чуть отдохнем, а по ужинам или по обедам мы нас делаем. В общем, я пришла, и многие здесь знали. Если чуть-чуть здесь начнется путешествие, ну как у нас, наверное, звездные ходы, примерно, я буду смотреть. Thank you very much. Так, я вышла. Это парфюма.